В Раді ЄС тим часом повідомили, що технічну підготовку до підписання угоди про асоціацію між ЄС та Грузією, а також між ЄС та Республікою Молдова, завершено. Рада ЄС також ухвалила рішення запропонувати обом партнерам тимчасове набуття чинності положень щодо зони вільної торгівлі до того, як угоди будуть ратифіковані усіма 28 державами-членами ЄС. Обидві угоди будуть підписані під час засідання Європейської ради 27 червня. На цей такий день заплановане підписання Україною та ЄС економічної частини угоди про асоціацію. Відтак, документ буде підписаний у повному обсязі. Дотепер Україна мала підписаною лише його політичну частину. І гість програми «Вікно в Європу» – посол Грузії в Україні Михаил Уклеба. Господин посол, спасибо за ваше участие. Скажите, существует ли в Грузии дискуссия по поводу того, зачем быть ассоциированным членом Европейского Союза, если перспектива полного членства в ЕС выглядит весьма отдаленной на теперешнем этапе? Вітаю вас. Добрий день, в первую очередь. Что касается наших перспектив, первое, давайте будем реалистами. Для нас сейчас очень важная дата 27 июня, когда мы подписываем Молдова, Грузия и Украина. Совместно будут подписывать. Конечно, это отдельные соглашения между Грузией и Евросоюзом, и как и Молдова, Украина. Но вот это первый шаг. У нас, понимаете, Грузия сделала свой цивилизованный выбор. Это европейское будущее Грузии, стать демократичной, успешной европейской страной. И, естественно, вот этот первый шаг, он очень важный для того, чтобы мы в дальнейшем сделали уже другие более важные шаги на пути интеграции в Евросоюз. Украинские экспортеры сейчас пользуются временными торговыми преференциями от Европейского Союза. В ЕС их называют автономные торговые меры. Грузия нуждается в таких мерах, принимая во внимание то, что как раз экономические отношения между странами в ассоциации являются основополагающими. Конечно, грузинские экспортеры тоже нуждаются в адаптации. Потому что все-таки у нас тоже переход, несмотря на реформы и либерализацию экономики, нам все-таки нужно адаптироваться с европейским стандартами Европейского Союза. Нам тоже это нужно время, конечно, и мы понимаем, что это процесс. Но нам помогло, кстати, в свое время, когда нашу продукцию изгнала Россия с рынка, ну, скажем, винодельческое сельскохозяйство, промышленность, минеральные воды, это нам помогло диверсифицировать свои рынки, в том числе и в странах Европейского Союза. Поэтому какой-то опыт у нас уже в Грузии есть в этом плане, но это следующий шаг, конечно, требует все-таки адаптации. Это был стихийный процесс адаптации или это была целенаправленная политика на то, что в будущем Грузия станет ассоциированной? Вы поймите, конечно, это мы профессионально работали в этом плане. Первое, что Грузия, скажем, кроме того, что мы подписали в свое время, как и Украина, соглашение о партнерстве и сотрудничестве, кстати, я горжусь этим, я руководил этими переговорами, и также руководил переговорами со вступлением Грузии в Всемирную торговую организацию. В 2000 году мы стали одним из первых бывших советских республик членов Всемирной торговой организации. Вот эти все шаги делали нам, мы шли вот к этой интеграции, о которой сейчас мы говорим. В украинской бизнес-среде сейчас существуют опасения относительно преимуществ, очевидных преимуществ, которые будет иметь большой бизнес украинский от интеграции экономической с Европейским Союзом, а малые производители, средний и малый бизнес будут ущемлены. Как, по-вашему, такие опасения справедливы и существуют ли они в Грузии сейчас? Нет, конечно, есть какие-то опасения, но вы поймите, для нас сейчас, для Грузии очень 4-миллионная страна, для нас очень важно 500 миллионов, полмиллиарда населения, это рынок. 500 миллионов человек, это рынок для нас очень важен, рынок 28 самых развитых стран, и, конечно, для нас это очень важно, и у нас посчитано на экспертном уровне, были посчитаны где-то на первом этапе, для нас это где-то около 300 миллионов долларов, после того, как мы, значит, войдем на европейский рынок уже в ассоциированном режиме. Что вот делать с малыми и средними производителями? Безусловно, конечно, они тоже должны адаптироваться, чтобы стать... Большая конкуренция в Европейском Союзе, мы должны быть конкурентоспособными, естественно, и государство, ну, Грузия в этом плане сделала значительные шаги, чтобы привлекательно было, значит, сама окружающая среда для бизнеса, ведения бизнеса, в том числе для малого и среднего бизнеса, но это недостаточно, еще раз говорю, чтобы быть конкурентоспособным на европейском рынке и на рынке европейских стран, Европейского Союза, естественно, надо поработать и малому и среднему бизнесу. Как вы думаете, грузинские производители более преуспели в этом, чем украинские? Учитывая то, что опыт 2008 года. Я думаю, что преуспели, потому что в этом плане
все-таки те реформы, которые были произведены в Грузии, она нам позволила быть более гибкими нашим компаниям. Некоторые отрасли украинской экономики, как сейчас об этом говорят, будут более перспективными и жизнеспособными на европейском рынке. Говорят, что это IT-отрасль, сельское хозяйство и промышленное производство. В Грузии какую троицу вы могли бы назвать? Ну, я бы сказал, Грузия, конечно, это сельское хозяйство. Грузия, знаете, известная Грузия, сельское хозяйство страна. Конечно, это тоже большая конкуренция на европейском рынке, но мы конкурентоспособны, потому что у нас очень конкурентоспособная продукция, не только вино и минеральные воды, но и сельскохозяйственная продукция. Также очень перспективно у нас промышленный сектор, перерабатывающая промышленность, в том числе и некоторые сектора промышленности. Вот в этом плане я сделал бы акцент сейчас. Но Грузия намного дальше, чем Украина, от европейских производственных цепей находится. Ну, я не сказал бы очень далеко, потому что, вы знаете, у нас и паромные сообщения, черноморская страна, у нас паромные сообщения с Болгарией, например, очень активно, так же, как очень активно работает паромная железнодорожная паромная переправа, аналогичная железнодорожная паромная переправа работает у нас в Болгарии, в Варной, в частности. И плюс сейчас, кстати, вот очень интересная информация о том, что в 2015 году мы начинаем эксплуатацию прямое железнодорожное сообщение. У нас до этого не было, у нас были автомобильные сообщения с Турцией, а сейчас у нас будет железнодорожное прямое сообщение, и благодаря железнодорожному мосту, который строится, сейчас завершился уже по строительству под Босфором, это нам позволит, что наша железнодорожная система прямо уже интегрироваться в железнодорожную систему Европейского Союза. Это для нас очень важно. Господин посол, в Киеве на высоком уровне говорили, что нынешние острые проблемы Украины, включая противостояние на востоке страны, были инспирированы из-за намерений Киева подписать соглашение об ассоциации. Вы можете с этим согласиться? Я думаю, что не только из-за подписания, но вы знаете, вот в 2008 году это известно, что вот когда Украина и Грузия не смогли получить МАП, план действий по вступлению одного из этапов вступления в НАТО, после этого вот и была и война, российско-грузинская война, которая произошла. Конечно, эти вызовы существуют со стороны России, она это уже и доказала, и показала, но мы готовы, потому что мы уже прошли очень большой серьезный этап в отношениях России. У нас выбор сделан. Кстати, вот это у нас и оппозиция, один выбор. Грузинский народ сделал пользу европейской, евроатлантической интеграции. Поэтому, и плюс у нас один плюс еще, мы уже после войны российско-грузинской в 2008 году, мы не члены СНГ. Так что в этом плане стране СНГ больше угрожают какие-то опасности в торговых войнах, которые, скажем, Молдова или Украина, а нас меньше. Поэтому, то есть мы готовы этим вызовам. Плюс тот вызов, который я вам сказал, когда в 2006 году, в 2005-2006 году была изгнана наша продукция сельскохозяйственная. Кстати, она сейчас вернулась на российский рынок и уверенно заняла вторые, третьи места по винодельческой промышленности. И такие серьезные конкуренты, скажем, как Франция, Италия и так далее. И вот Грузия вернулась и буквально через 8 лет отсутствия на российском рынке, она пришла и заняла один из передовых позиций. Так что вот так вот я смогу охарактеризовать. А запланированы ли трехсторонние консультации в формате Грузия, Россия и Европейский Союз относительно возможного влияния соглашения об ассоциации на торговые отношения трех сторон? Нет, у нас нет. Это касается двустороннего формата Евросоюза, отношения Евросоюза Грузии, это Евросоюз и Грузия. Так что у нас в этом плане намечается. У нас есть своя двусторонняя торговля с Россией, у нас будет новое соглашение ассоциирования, и в соответствии с этим обязательством мы будем работать с Европейским Союзом. То есть никаких просьб от Москвы в этом плане не поступало? Нет, не было к нам, не было в этом плане. Рассматривает ли Тбилиси перспективу членства в НАТО сейчас как инструмент обезопасить себя от осложнений, о которых вы раньше говорили, и будет ли Тбилиси отбиваться этого членства? Безусловно. Кстати, для нас это одним из приоритетов, потому что мы маленькая страна, и, как жизнь показала, нам нужна безопасность. Это обязательно, потому что наряду успешности экономических реформ, либерализации своей экономики, если страна будет нестабильна, в плане стойкости, в смысле, чтобы ее система была стойкая,
и безопасно. Поэтому, конечно, для нас очень важны евроатлантические процессы, евроатлантической интеграции. И мы надеемся, что вот в Уэльсе, когда в сентябре будет НАТОвский будущий саммит, мы надеемся, что на нем будет отражен прогресс, который Грузия достигла на этом пути, евроатлантическом. Ну, Грузия, вы знаете, очень активно сотрудничает с натовскими странами. Она принимает активное участие в миротворческих операциях, вот, в частности, в Афганистане, 1600, более 1600 военных. Это одна из самых больших контрибуций, которые Грузия, как страна, не член. И даже наряду даже с странами-членами НАТО нет таких больших соединений военных, которые, скажем, Грузия. Но Грузия считает, что вот этот свой шаг в международную безопасность, он принесет Грузии безопасность на своей территории. Вот. Если это движение будет успешным, как оно может повлиять на Украину? Создаст ли это определенную модель для наследования? Вы понимаете, каждая модель, если она успешна, это пример для другой страны. Вот, например, реформы, которые Грузия провела, и успешность этих реформ, это является моделью для бывших советских республик. Поэтому я думаю, что эта модель, если она будет успешна, она будет примером и для Украины в том числе. Господин посол, президент Еврокомиссии господин Барроузу говорил меньше года назад о том, что зона свободной торговли, свободный обмен товарами мог бы существовать, начиная от Лиссабона и заканчивая Владивостоком. Вот не считаете ли вы эту модель теперь уже, глядя на то, что происходит на этой части континента, несколько утопической? Если да, то почему? Если нет, то почему? Ну, утопическая в каком плане? Вот, вы понимаете, вот, давайте возьмем постсоветское пространство. Сейчас вот Грузия, Молдова, Украина делают один шаг в сторону европейской интеграции, Европейского Союза, да? И я думаю, что на этом процесс не остановится, потому что это Европейский Союз – это один из самых успешных интеграционных объединенных в современном мире, понимаете? Естественно, каждая страна стремится вот к именно этому успешному объединению, поэтому такая большая конкуренция. Я думаю, после вот наших шагов, которые делают Украина, Грузия и Молдова, я думаю, за этим последуют другие шаги других стран, потому что, я думаю, это логично, чтобы было общее интеграционное пространство европейского. Это именно касательно в том числе европейских стран, потому что мы, вы поймите, Грузия, она член Совета Европы, а членом Совета Европы являются только европейские страны. Естественно, европейские страны, если есть успешное, такое успешное интеграционное объединение, как Евросоюз, они имеют право в будущем, вот я говорю, что вот мы сейчас первый шаг сделали, и, конечно, мы надеемся, что в ближайшие годы, если будем хорошо работать, вся страна должна работать, потому что это очень большая ответственность вступить в такое серьезное интеграционное объединение. Я думаю, мы добьемся и следующего успеха. Господин посол, спасибо вам за этот разговор. Дякую. До свидания. Михайло Кулеба, посол Грузії в Україні, був гостем «Вікна в Європу».